Детективы на Буч 4 часа допрашивали лидера радикальной партии Олега Ляшко. По словам политика, его вызвали в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Радикал считает это дело политическим и сфабрикованным. Ляшко пригрозил привлечь руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого к ответственности за злоупотребление должностным положением. Вчера директор НАБУ Артем Сытник заявил, что антикоррупционная прокуратура передала им собранные материалы дела по незаконному обогащению Олега Ляшко. Детектив антикоррупционного бюро. Мы вважаем это политическим преследованием, намагание дискредитировать меня и мою команду. Мы будем бороться, мы доведем незаконность всех этих справ. Я вимагаю от САП повідомити, за каким фактом против меня порушена криминальная справа. Якщо я вчинив порушення закону, який злочин, я вимагаю повідомити мене і громадськість, який злочин я вчинив.